Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу Ізраїльського культурного центру у Дніпрі. У нас в гостях Марк Довев. Марк Довев – керівник Ізраїльського культурного центру у Дніпрі. Освіта – Єрусалимський університет та академічний центр РУПІН. Працював в офіційних дипломатичних місіях у Середній Азії та на Південному Кавказі. Перший секретар посольства держави Ізраїль в Україні. Одружений, виховує 5 дітей. Марко, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, наступив вже 2022 рік, всі відсвяткували Новий рік. Але перш ніж перед тим, як поговорити власне, про плани, які будуть реалізовані у цьому році, пропоную підвести підсумки 2021-го. Власне, для Ізраїльського культурного центру, яким він був, що вдалося зробити? Добрий день, Андрій. Я рад бути опять у вас в студії і благодарю за приглашення. 2021 год, он был непростым годом. Он был непростым годом не только для Израильского культурного центра, он был непростым годом для всего мира. Да, у нас, понимаете, как бы вообще последних два года мы живем в некой такой ситуации, что хочется верить, искренне вериться в то, что у Бога, который над всем этим миром, очень хорошее чувство юмора. Мы ему рассказываем наши планы, а он нам рассказывает, как все это будет. Да, как бы. И действительно, это был сложный год, это был год, когда очень многого не удалось реализовать, потому что это невозможно было из-за ограничений, связанных с пандемией. Но зато этот год, с другой стороны, позволил нам новые перспективы. Это был год успеха в том смысле, что мы поняли, вообще мир меняется. В современном мире, судя по всему, изменится и общение в будущем. Если раньше для общения нам нужно было встретиться, между нами должна была, вот между нами с вами студия, да, было, если бы между нами с вами стояла еще какая-нибудь бутылка чего-нибудь горячительного, наше общение, наверное, пошло бы вообще замечательно. Ну, святкование уже прошло, так да, что... Да, да, мы вернулись уже в действительность. Но в мире будущего, судя по всему, да, как бы даже самые смелые фантасты не могли предположить, или многие из них, о том, что общение будет во многом виртуальным. Человек для общения не должен будет выходить из дома, человек для того, чтобы учиться, для того, чтобы развлекаться, для того, чтобы общаться, ему все, что нужно будет, это нажать на кнопочку своего компьютера. А вот как уважаете, это все-таки позитив, чи негатив, чи не можно так сприймати? Я думаю, это не позитивно и не негативно. Это так, это есть. Жизнь меняется, жизнь вносит свои коррективы. Жизнь заставляет нас учиться чему-то новому. А негативного может быть, если мы будем отказываться учиться этому новому. Позитивного, если мы этому новому будем тоже учиться. Я, с другой стороны, конечно, очень хочется надеяться, что жизнь вообще не переменится, мы не станем полностью компьютеризированными, и все-таки место для личного общения сохранится. Так вот, в этом году в Израильском культурном центре практически все мероприятия, которые мы делали, они были в компьютерной виртуальности. Онлайн, то, что называется. Онлайн. Да, модное слово. Угу. Да, как бы сегодня, когда ты звонишь какому-нибудь другу, не знаю, как вы, я как-то говорю, давай встретимся. Он говорит, онлайн или офлайн? Как-то еще года два назад, наверное, такого вопроса не возникало. Поэтому мы очень многие вещи делали в онлайне. Мы полностью перевели наш центр по изучению языка иврит в онлайн. Мы преподаем иврит. В этом году в Израильском культурном центре города Днепра работало 12 групп иврита. В 2021 году, в 2022 году мы планируем увеличить количество этих групп. Мы пытались делать активную деятельность молодежного клуба. Честно говоря, это получилось гораздо меньше, потому что, видно, дети, подростки – это еще тот как раз контингент, которому все-таки по-прежнему необходимо личное присутствие, вот тот самый знаменитый офлайн, да, как бы для беспосреднее спілкування. Да, абсолютно, беспосредственное. Оно важно. Это, и, а детям оно просто, видно, необходимо, и подросткам. Мы пытались также работать со студентами и с различными категориями. Провели сотни, наверное, различных интересных мероприятий, лекций, встреч. Мы этот год, кстати, потратили на то, не потратили, а вложили, да, как бы свое время, свои усилия в развитие наших взаимоотношений с внешним миром, с вузами города Днепра, с местной властью, с международными организациями.
То есть это нам позволило оторваться от некой повседневности деятельности и подумать некое стратегическое видение в будущее. А так как ближайший год действительно для нас очень знаковый, то мы надеемся, что те ростки, которые мы посадили в 2021 году, дадут очень серьезные всходы в этом, в новом наступившем 2022 году. Ну, до речі, якщо вже згадали про спілкування з певними вузами, з певними органами влади, ну, я у сторінці новин це доволі багато бачив. От як взагалі знаходить відгук у представників влади, представників освіти Дніпра, ті бажання, от, які ви ставите перед ними? Тобто, як іде ця взаємодія? І як ви спілкуєтесь? Чи чуєте одне одного? Що конкретно реалізується в цьому плані і реалізовано, зокрема, у 2021 році? Знаете, я в этом смысле невероятно удивлен. Как было сказано в справке обо мне, это не первая моя миссия и работа за пределами Израиля. И я должен заметить, что никогда раньше. И это не комплименты, это не алаверды, это факт. Никогда раньше я не работал в ситуации с такой практически полной отдачей и полным сотрудничеством от местной власти. Я крайне редко встречал такую готовность к сотрудничеству у руководства высших учебных заведений, о желании выйти на международную арену, стать игроком. Для того, чтобы быть игроком международной арены, ты должен проводников на эту международную арену. И очень часто в нас видят подобные возможности, как проводников на эту международную арену. И это очень благодарная работа, как оказалось. Вот сейчас я, например, иду с мероприятия, которое мы провели в онлайне, с ректором Израильского университета города Ариэль, который встречался в онлайне с руководством 8 днепровских вузов. И они уже договорились о конкретных шагах в сотрудничестве в научном. Они договорились о том, что ректор Ариэльского университета весной 2022 года посетит город Днепр с более детальным визитом. Уже очно поспілкуются. Да, они договорились о совместных научных работах, об обмене студентов. Огромное количество договоренностей достигнуто. Все хотят действовать. То, что меня поразило, это правда. Да, как бы последние мои полтора года нахождения в Днепре, город, в котором я вырос, в котором я родился, из которого я уехал в 93-м году, и помню его совсем другим, надо заметить, меня удивила готовность людей делать. Не разговаривать, а делать конкретные вещи. Есть проект? Окей, хватит обсуждать, давайте его делать. Приходишь к представителям мэрии с каким-то вопросом, с каким-то пожеланием, с каким-то идеей, они с тобой не говорят о том, стоит ли, они говорят, а окей, давайте, конкретно, что надо от нас. И вот это готовность к сотрудничеству, желание действовать, желание улучшать имидж города и страны на международной арене, а также понимание того, что сегодня для того, чтобы быть значимым в этом мире, ты должен быть связан как с можно большим количеством стран, людей, институтов и организаций. Я вижу на всех уровнях в городе Днепр, меня это очень радует, это очень облегчает, с одной стороны, нашу работу, с другой стороны, это ставит передо мной очень серьезные вызовы, потому что я тоже не могу себе позволить разговаривать. Я должен делать, я должен приносить конкретные результаты, конкретные связи. И Израильский культурный центр это старается делать на всех уровнях. И на уровне властей, и на уровне академическом, и на уровне преподавания языка, и на уровне молодежных программ, и на уровне всех мероприятий, которые мы проводим. Соответствовать и статусу страны, которую я здесь представляю, и тем ожиданиям, высоким ожиданиям, которые ставят перед нами жители города Днепра. Ну, власне, давайте поговоримо тоді стосовно конкретних заходів, які відбувалися у 2021 році. От ви сказали, що це були сотні заходів, більшість з них, от, на жаль чи на щастя, ми домовилися, що не будемо оцінювати, вони пройшли онлайн, але все-таки, от які заходи стали, скажімо так, знаковими для мешканців Дніпра? Не обов'язково це, скажімо, для якогось окремого студентського прошарку чи для єврейської общини Дніпра. Загалом, от, для Дніпра, для містян. От які такі заходи були проведені Ізраїльським культурним центром, на які звернули увагу, в тому числі у Дніпрі, можливо, поза межами міста?
Больше чем полгода мы занимались и развивали одну тематику, и это вообще тематика, которую Израильский культурный центр продолжил заниматься в 2022 году, возвращение памяти Днепру о его выходцах. Потому что в Израиле живет огромное количество, создавало Израиль огромное количество выходцев из Украины в целом и из Днепра, Екатеринослава в частности. Мы, например, очень много сделали для увековечения и возвращения памяти в город поэтессы Зельды, израильской поэтессы Зельды Мешковской, и создали мурал, и провели десятки мероприятий, встреч, мастер-классов, лекций, конференций, которые были посвящены этой тематике. Сейчас мы начинаем с марта месяца развивать тему еще об одном великом, земляке. Нашим, это Авраам Шлонский, это поэт, переводчик. Уже есть договоренности и планы и на открытие стены мозаичной, и на проведение, опять же, огромного количества мероприятий, конференций, лекций и на международном уровне, связанные с этим. У нас есть еще планы, я не буду сейчас все их рассказывать, потому что должна же какая-то интрига остаться, на вторую половину 2022 года, какую еще взять третью личность. То есть мы берем и возвращаем некую память сюди. Ну, тобто ті люди, які менш відомі, скажімо, там Леві Іцхак Шнеєрсон, це більш така відома особистість, є навіть плани внести його до пантеону почесних громадян Дніпра, це близько 20 людей, які буде у Севастопольському парку. Тобто я так розумію, що повертаєте пам'ять про тих, хто менше відомий загалом. Це з одної сторони. З другої сторони, якщо ви привели в примір Леві Іцхака Шнеєрсона, він ніколи не жив в Ізраїлі. Да, у него очень трагическая судьба, и он сделал невероятное количество вещей для еврейского народа, но здесь. А мы, как Израильский культурный центр, делаем напор именно на тех, кто родились или выросли, или прожили определенный период жизни здесь, приехали в Израиль, и в Израиле их имя знает каждый. Да, они менее знакомы и менее знамениты в своем городе, но в Израиле их именами называют улицы. Это люди, которые на слуху, это люди... Это поэты первой и второй величины в Израиле. Так, поэтому цикава, для нас они очень важны. Понимаете, как бы мы израильский культурный центр. Есть еврейская община, замечательная, огромная, невероятно активная и очень-очень эффективная. Она работает в определенном направлении. Мы не работаем ни против и ни за. Мы, с одной стороны, в некоторых местах сотрудничаем с еврейской общиной и очень дружим. С другой стороны, у каждого из нас своя адженда, своя цель. У еврейской общины одна, и я не буду говорить от ее имени, я думаю, сказано в городе достаточно. Наша цель, наша адженда – это культурные мосты между нашими странами. Странами. Израиль – страна, в котором кроме евреев живут еще другие народности, в том числе, хотя, конечно, евреи – большинство, но не только. Израиль – это страна современная, светская страна, это страна со своими проблемами, с одной стороны, с другой стороны, и все мы об этом знаем, с огромными достижениями. И цель нас, натив Израильского культурного центра, привести и рассказать о современном Израиле жителям Днепра. Заинтересовать вас, жителей Днепра, нами, нашей страной, нашим языком, нашей историей. Для чего мы это делаем? Потому что мы верим, что должна быть дружба. Мы верим в то, что чем больше мы будем знать друг о друге, тем больше мы будем уважать друг друга, тем меньше вражды будет между нами. На сегодняшний день... Вражби, я так думаю, особливо і немає, але все-таки якісь проблемні питання виникають. Андрій, звісно, нет. Ніякої вражди сьогодні нет. Но я хочу напомнити вам о событиях ще 80-летней давності, коли на цій території уничтожались євреї. Єврейські погроми теж називаються. Я зараз більше говорю, мабуть, о Второй мировой войне, все-таки о деятельностях нацистов і о їх пособниках місцевих. А если мы с вами действительно пойдем в историю 110-летней давности, то и еврейских погромах, которые здесь происходили, всяко было в нашей истории. Всякие моменты были в нашей истории. Но мы здесь не для того, чтобы сидеть и плакать о будущем. Мы здесь, чтобы смотреть вместе, чтобы плакать о прошлом. Мы здесь для того, чтобы смотреть вместе в будущее. И вот это то, что для нас важно. Представлять здесь современный Израиль. На сегодняшний день на государственном уровне у нас замечательные отношения между нашими странами. Но отношения между странами – это не договора.
Отношения между странами – это общая атмосфера. Это общее понимание культуры страны, которая есть. Например, в Израиле очень хорошо понимают культуру Украины. Почему? Потому что в Израиле живет 300 тысяч ваших послов. 300 тысяч людей, как я, которые родились и выросли в Украине, приехали в Израиль и делают очень много для его развития. Они понимают историю Украины, они понимают ее культуру, они понимают, у них есть родственники здесь, и они понимают, что такое, какие связи строить. В Украине гораздо меньше есть понимания о том, что происходит в Израиле. И поэтому мы заинтересованы об этом говорить. Израиль — это не только конфликт, с одной стороны, арабо-израильский. С другой стороны, это не только хумус, фалафель и Мертвое море и Стена плача. Израиль — это еще и очень много дополнительных вещей. Это страна, которая единственная в мире возобновила и восстановила язык, который много веков считался мертвым языком, язык иврит. Это страна, которая на сегодняшний день находится на пике, на первых местах в мире. Все, что касается по высоким технологиям, по медицине, по сельскому хозяйству, по промышленности, по торговле, по военным разработкам, по освоению космоса, по борьбе с коронавирусом, под которым мы уже последние, под гнетом которого мы mm-hmm. все уже больше 2 лет находимся. Поэтому мы об этом Израиле хотим говорить, мы хотим рассказывать о нем больше. Для того, чтобы нас лучше понимать, мы советуем вам, учите с нами наш язык, потому что тогда вы сможете более непосредственно понимать все, что происходит. Приходите, учитесь в наших мероприятиях, встречайтесь с нами и с теми гостями, которые мы будем привозить для вас из Израиля. И вы тогда будете лучше нас понимать. Так, Марко, власне, щоб підбити цей блок, я хотів уточнити. От роботи Ізраїльського культурного центру саме в умовах карантину. Ми сказали неодноразово під час нашої цієї зустрічі, що більшість заходів відбувається онлайн. А чи може людина до вас прийти, безпосередньо поспілкуватись? Це, я так розумію, для наших глядачів, ви в Менорі знаходитесь, у нашому культурно-діловому центрі, найбільшому єврейському центрі в Європі. Чи є така можливість у мешканців міста? Ми сьогодні, смотрите, прийти можна, но стіни – це стіни. Да? Ми не завжди там знаходимося, не завжди є можливість зайти, тому що є теж і питання, зв'язані з обмеженнями з коронавірусом, і питання, зв'язані з обмеженнями безпеки, і багато інших. Тому ми советуємося, ми є везде. Ми є, у нас є сайт, у нас є дуже активна сторінка в Фейсбуці, у нас є дуже активна сторінка в Інстаграмі, ми в Телеграмі, ми є везде. З нами можна спілкуватися везде, на разные темы, задавать вопросы, получать ответы, давать предложения о том, что хотели бы услышать. Очень много мероприятий в 2022 году мы построили, то, что называется по просьбам людей. Они просят у нас конкретные вещи, а нам бы хотелось знать так-то, а нам бы хотелось знать так-то. Поэтому с нами мы есть везде, ищите нас и в телефонном режиме. А так как мы, опять же, все в онлайне, мы ведем очень активную жизнь в онлайне. Ті, хто захоче знайти, ті знайдуть, я думаю. Ми не прячемося, Андрій. Так. Ми тут, щоб нас було видно, не прятатися. Ви безпосередньо тут, на телебаченні зараз. Да. Марко, ви згадали стосовно вивчення євриту. Зрозуміло, довгий час це була, як ви сказали, мертва мова. Буквально за кілька десятиліть вдалося її відродити. Це зараз державна мова Ізраїлю. Ви безпосередньо займаєтесь, ваш культурний центр, тим, що допомагаєте вивчити цю мову мешканцям Дніпра. Хто ці люди, яким ви допомагаєте? Це будь-який дніпрянин? Як проходять ці курси? Хто може записатись? Про це хотілося б з вами поговорити. Любой, хто хоче вчити іврит, може це зробити. Любой. По любим причинам, з любою целью і в любое удобне для нього время. У нас є колектив профессиональных учителей, которые много лет работают с нами. Они прошли подготовки и здесь, и в Израиле, и в различных академических учебных заведениях Израиля, и они преподают иврит. Сегодня, сегодняшний день, все наши классы работают онлайне. Но вы знаете, поразительно, казалось бы, хочется общаться. Мы недавно провели разговорный клуб иврита в онлайне. Мы предложили людям перед этим встретиться в офлайне, в реальной, в жизни.
Почти половина отказалась. Нет, спасибо. Знаете, давайте в онлайне. Люди привыкли, людям уже удобно. Они понимают, что все то же самое. Можно получить, не выходя из дома. Так зачем же из этого дома выходить? Да, как бы, поэтому сегодня можно все в онлайне. Мы по-прежнему еще в онлайне. Сейчас мы надеемся, что ближайшая волна, которая уже накрыла весь мир практически, и Израиль, омикрона, и которая вот сейчас уже на входе в Украину, когда она пройдет... Постоянно мутующаяся, так и не зрозумела, уже у штамма хочется... запуталась. Мы все уже запутались в этом, но очень хочется надеяться, что мы в конце пандемии. Есть все уже показатели, что мы действительно приближаемся к концу пандемии. Когда-то мы нашим внукам будем рассказывать... Я пережил 20-21 год пандемию. Что ж ты мне теперь будешь рассказывать про сложности? Вот, но мы уже сейчас понимаем, что, например, иврит мы не вернемся полностью в офлайн, что часть групп останутся в онлайне. Например, тот же самый иврит, огромное количество людей с сел Днепропетровской области или городов мелких Днепропетровской области, с Запорожской области, с Донецких областях. Люди, которые раньше не имели возможности учить иврит, теперь благодаря онлайну эту возможность имеют. Поэтому любые заинтересованные люди в изучении иврита могут это сделать. У нас есть 4 уровня изучения языка от самого начала до продвинутого. Кроме самих занятий, которые проходят 2 раза в неделю по 1,5 часа в онлайн, как я сказал, в вечернее время, удобное для работающих людей. Все, кто учатся у нас, они работающие или студенческая молодежь. И у нас есть еще также различные другие мероприятия, как, например, разговорный иврит. Мы раз в месяц встречаемся поговорить на легком иврите на какую-то тему. И это каждый раз делает другой лектор. Кто-то, кто связан с Израилем, живет в Израиле или живет сейчас в Днепре, но для него иврит является очень знакомым и очень родным языком. У нас есть также различные другие мероприятия, которые мы планируем проводить в связи с изучением, литературные вечера, литературные лекции и так далее. И все это связано... на иврите? Нет, вы знаете, части на русском и на украинском, и на украинских языках. Мы очень стараемся сейчас привести материалы израильской литературы в переводе не на русский, а на украинский язык, потому что официальным языком Украины является украинский. Мы стараемся принести как можно больше материалов на государственном языке. И хотя большая часть днепрян для них родным языком по-прежнему является русский, но уже заметно много лет, опять же, я начал работу свою в Украине как официальный представитель. Это не первая должность, и первый раз я приехал в Украину в 2008 году от имени Израиля. Тогда отношение к украинскому языку было гораздо более критичное, гораздо менее терпимое. Сегодня это нормально, это in, это нормально говорить на языке, и это нормально, что это нормально. Поэтому мы многие материалы приводим на украинском языке. У нас предполагаются, например, в этом году 2 мероприятия. Израильские чтения. Мы будем брать материалы израильских писателей, и читать их на 2 языках, на иврите, на украинском, не просто читать, а с помощью актеров или каких-то знаковых и знаменитых людей в городе Днепр, и доносить так израильскую литературу до днепрян. Угу. От підсумовуючи, знову ж таки, цей блок, на виході людина, яка займається івритом з вами, вона може досконало вивчити цю мову? Ну, по поводу доскональности, это, знаете, так как бы... Ну, наверное, это умовно, разумело. Сильно, так, так, я считаю, что я еще не досконально На нормальном уровне, на разговорном уровне хотя. Для доскональности, я же говорю, я 28 лет живу в Израиле, я не уверен, что мой язык доскональный. Трешки неправильно сформулировал, бачите, недосконало знаю украинскую мову, значит. Да, человек, который ходит к нам на занятия, человек, который пройдет все 4 уровня, и человек, который действительно серьезно занимается, и все, он выйдет, и попав на израильскую улицу, он будет понимать практически все, что происходит вокруг него. Так, Марко, інша тема, у нас кілька хвилин лишається, але тим не менш не можна спитати. У вас працює молодіжний клуб. От чим займається він? Молодіжний клуб наш займається, як і весь Ізраїльський культурний центр, донесенням сучасного Ізраїля тільки до дітей, до підлітків. Мы их заинтересовываем темами, которые являются и израильскими, и общечеловеческими. Например, экология. Да, то есть темы, которые в Израиле очень развиты. Мы через неформальное образование, через лидерские проекты пытаемся привить детям знакомство и желание посетить государство Израиль. Как любой центр, как любая депрессивность, мы, конечно же, заинтересованы, чтобы нашу страну
посещали люди, чтобы они с ней знакомились. И поэтому мы, это наша программа молодежного клуба, направлена именно на этим. Есть еженедельные занятия, есть проекты, которые часть онлайн, часть офлайн, есть запланированные летние лагеря, которые мы будем делать. Сейчас мы начали набор на курс мадрихов. Мадрих — это именно вожатый, лидер. И вот мы ищем лидеров, которые заинтересованы вместе с нами развивать эту тему. И сейчас мы как раз ведем набор на следующий курс, который начнется буквально в течение 1,5-2 месяцев ближайших. И именно на это и направлен наш клуб. Все, что мы делаем для того, чтобы люди знакомились с Израилем для разных слоев населения и для разных возрастов. Так, Марко, ну, власне, у нас трохи часу лишається. Ми з вами почали розмову з того, що було зроблено у 2021 році. Настав вже 2022. Власне, як працює зараз Натів Ізраїльський культурний центр? В начале 2022 года мы надеялись, в основном случае в конце 2021 даже сказал, что мы вернемся в ближайший месяц-два полностью в офлайн. Как мы уже с вами поняли, этого не произойдет в ближайший месяц-два, как минимум до окончания волны омикрон. Часть мероприятий мы проводим в офлайне, часть мероприятий, большую часть мы продолжаем пока проводить в онлайне. У нас огромное количество проектов. В этом году Натив Израильский культурный центр в городе Днепр будет отмечать свое 30-летие. Мы самый старый культурный центр международный, иностранный в городе Днепре, вообще в Украине, в независимой Украине. Ну, власне, и через сколько месяцев после того, как было проголошено? Абсолютно верно. Через полгода после провозглашения независимости Украины мы появились здесь и с нашими израильскими культурными центрами. И мы собираемся это отмечать массово, интересно и ярко, различными мероприятиями, пикниками, приемами, концертами, открытием мозаичных стен, лекциями, конференциями. У нас в арсенале, лагерями, у нас в арсенале огромное количество мероприятий. И мы их не скрываем, все открыто. Ну, от буквально доступно. У нас лишається хвилина півтори. От буквально один-два заходи, який такий глобальний планується. От і взагалі, які глобальні плани у вас у 2022 році? Во-первых, ми продовжуємо углублять і розширять наш центр по изучению языка, по изучению іврита. Во-вторых, я вже вспоминав сьогодні ім'я Авраама Шлонського. Ми збираємося проводити огромне кількість мероприятий, в тому числі в центральному здании Национального університету, открыть мозаичную стену 3х3. Которая будет постоянно представлена в этом университете, посвященная Аврааму Шлонскому. Это Днепровский национальный университет. Днепровский национальный университет. Мы собираемся провести огромный пикник семейный, посвященный Дню независимости государства Израиль где-то в месяце мая и 30-летию нашего центра здесь. В месяце июнь вместе с мэрией Днепра и дипломатическим клубом Днепра мы собираемся участвовать в международной смене для детей в лагере «Дети Днепра», которые, опять же, будут организовывать все вместе. И это только ближайшие полгода. Поверьте мне, планов очень много, но времени действительно мало. И мы будем рады, чтобы вы интересовались и искали нас. Будем следить за вашей деятельностью. Вам дякую за эту разговор. Нагадаю, сегодня у нас в гостях был Марк Довив. На все доброе.